На торжественной линейке Саша Курганов занял почетное место в первом ряду. В этой школе учится его сестра, а 30 лет назад, здесь же, 1 сентября, встретил его папа. Такая смешная была. Уже в классе вместе с сыном Виктор Курганов рассматривает фотографии того времени. Здесь ему тоже 7 лет, а рядом только окончивший институт молодой педагог Елена Машкова. Она же стала первым учителем и для Саши Курганова. 30 лет я работаю в школе, и в этом году у меня 30-е, 1 сентября. И вот очень знаменательно, сегодня я получила уже от своего ученика, своего сына. Надеюсь, что я его тоже достойно выучу, научу, дам ему знания, и он будет достойным, хорошим человеком, как его папа. За 30 лет своей жизни я выпустила очень много учеников, я ими очень горжусь. Когда пришло время сыну идти в школу, всей семьей решили, что надо непременно попасть в класс Елены Владимировны, говорит папа Виктор. Я все время был с ней на связи, все время мы общаемся. И, ну, как может быть, первый учитель – это навсегда, поэтому мы остаемся на связи. Эльвира Ермакова, Алексей Шатунов. Новости Татарстана. 25 лет в жизни города, в жизни каждого.